Антон, ты снова лучший игрок матча. У нас сегодня невероятная атмосфера. Разгром соперника, ты должен поделиться эмоциями. Да сегодня все лучшие ребята. Мы все выложились. 5 голов за Динамо крылья. Динамо 5 голов забивали. Невероятная атмосфера. Всех поздравляю. Спасибо болельщикам за такую атмосферу. Я думаю, им тоже понравилось. Мы подарили тоже кусочек праздника. Спрошу по поводу игры, потому что в какой-то момент показалось, что Динамо начинает нас поддавливать. Что поменялось, как удалось перевернуть настолько игру, что забить еще 5 мячей? Да не знаю, на контратаках, наверное, как-то получилось. Ну и, в принципе, как-то хорошо играли и контролировали мяч, и первый тайм тоже был хороший, за исключением того, что у Динамо был даже не момент, просто одна подача за тайм, и вылилась в гол. Ну а так сыграли вообще супер. Не могу не спросить, костюм придали какую-то уверенность и солидность на поле? Может быть, не знаю. Это каждый сам, наверное, себе ответит. А так, в принципе, просто сама вся атмосфера, костюмы, болельщики, праздник, ветераны. Тут вообще все было. Антон, 85 клубу нужно какое-то тебе поздравление. Во-первых, я благодарю всех, кто болеет за крылья. Уже, я думаю, 80 лет целых на протяжении этого времени. Я всех поздравляю, ветеранов, тех, кто передают нам из поколения в поколение вот эту любовь и страсть, и боление за крылья. Вот всех болельщиков и всех, кто связан с клубом, кто здесь работает, футболистов и всех-всех-всех-всех поздравляю.